Вот к слову криминал я хочу вернуться. Я знаю, был такой эпизод в вашей биографии, когда вы достаточно легкомысленно отнеслись к ряду там, своих обязательств и вашего тогдашнего спутника, ну, вашего партнера и суженого, там бандиты, в общем, так прессовали. Потому что сказали, вот, типа, поучи свою жену, как бы, отвечать за базар. Да. Это мне, я так понимаю, что заказчиком был Киркоров, а мне просто интересует, как это в шоу-бизнесе происходит. Вот кто непосредственно говорит? Слушайте, знаете, я вот сейчас думаю, что да. если бы я взяла какую-то артистку, которая да. посвятила столько времени, или столько артиста. Сил, или артиста, да. и который бы таким образом себя повел, я думаю, что на меня никакие слова Нет, не действовали. Я бы это сделала точно правильно. Так же. Меня просто интересует, вот как это происходит в шоу-бизнесе, ну, то есть вот кто непосредственно вот сценарий вот разрабатывает? Или просто говорит, ну, надо там поучить человека, и дальше все происходит ну, автоматически. Это надо было Филиппа спросить, когда Мы вас никогда не спрашивали его. Ну, как, были определенные люди, которые частично вкладывались в меня. Ну, да. И я думаю, что был звонок определенный им, чтобы они приняли какие-то меры и... В общем, мои мозги поставили на место. Ну, кстати, я считаю, что Киркоров, в свою очередь, должен быть вам очень признателен, на самом деле, потому что вы в известной степени изменили вообще ландшафт представления о нашем шоу-бизнесе, совершенно реабилитировав Филиппа рассказами о том, как вы там в подъезде целый час с ним целовались или прочее, учитывая, что вы знаете, как Жигурда утверждает, что Лазарев, Басков, Билан и Киркоров, в общем, не склонны целоваться в подъездах с девушкой. Я думаю, что на самом деле Филипп вам должен быть в этом смысле. Тоже но это же правда, тоже. Это же не выдумка. Никто не это сомневается. Правда. Как... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.